Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую простых гостей. Подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео я хочу произвести некое виртуальное сравнение двух пар обуви с ранее уже обозренными на моем канале образцами обуви от Quechua, продающихся в спортивном магазине Decathlon. Но сравнивать я буду образцы несколько разных весовых, так скажем, категорий. Это я могу так образно назвать: элитная европейская обувь, конкретно данную торговую марку, а это у нас Maria Catalan, являющаяся торговой маркой родом из Испании. Причем, как я понял, это одна из лучших торговых марок испанских. И недавно открывшийся в Москве магазин, представляющий как раз-таки данного производителя, любезно согласился предоставить мне несколько образцов продукции на обзор. Естественно, поэтому мне хочется сравнить, так скажем, элитную обувь и, скажем так, попсовую. То есть, чем отличается у нас обувь ценового диапазона порядка $30 и $100. Ну что ж, приступаем к сравнению. Погнали! Ну что, начинаем, наверное, распаковывать. И это у нас должна быть качественная обувь из натуральной кожи с натуральным мехом. Я думаю, начнем с маленькой коробочки 32 размера. Нота Пель Денвер Азафата, размер 32. Так, что у нас здесь интересного? Maria Catalan, Вилена и указан сайт www.mariacatalanshoes.com. Смотрим, что у нас. Это обувь крутая, элитная, аж за $100 из себя представляет. Так, первое впечатление. На самом деле я люблю вот такую подошву. Она достаточно долговечна и, насколько я знаю, не очень скользит. Так, здесь я вот вижу имитация прошивки, но это просто рисунок такой, это не прошито. То есть здесь у нас она клеенная. Ну, клеена добротно, нужно сказать. Да, приятная на ощупь здесь у нас кожа. Мех тоже такой интересный, приятный. Так, липучки. Ну, липучки как липучки, по-моему. Надпись внутри также Maria Catalan. Мех у нас по всей длине обуви, то есть это не как вот бывает, да, на некоторых вот верхушка здесь, допустим, меховая, а снизу там у нас просто идет без утепления. То есть здесь она утепленная, о, прям даже до самого носка. То есть эта обувь действительно будет очень теплой. Так, Natural Life and Style since 1964, 32 размер. Рисунок такой, соответственно, здесь полоски и какие-то вот цветочки. Ну, наверное, прикольная обувь, да? Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь. Если есть у меня среди подписчиков люди, которые лучше меня разбираются в обуви, тоже выскажите, пожалуйста, свое мнение. Потому что я могу вот только сложить такое свое непрофессиональное мнение. Но, в общем-то, все очень добротно сделано. Как я вижу, то, что мех идет по всей длине, прям до самого носка, это здорово. Вот. Мне сказали, что эта обувь, это действительно очень крутая, очень хорошая, хорошо носится, долговечная. Ну что, мне нравится, в общем-то, да, вопрос только в цене. То есть, готовы ли вы отдать за такую обувь $100? Ну, лично я, наверное, готов купить только одну такую пару. Ну и, конечно же, наверное, все-таки достаточно бережно ее носить. Так, отлично, давайте посмотрим с вами вторую пару. Это уже у нас будет 36 размер. Может быть, мы поймем какие-то отличия между ними. Увидим. Надпись у нас здесь по-испански, модела, нота, PL. А моделька, я так понимаю, здесь называется Denver Maroon. Здесь размер 36. О, здесь у нас коричневый образец. Вот эта вот обувь по мне очень красивая. 36 размер. Это несмотря на то, что это детская обувь, в принципе, она подойдет и некоторым взрослым. То же самое, такое же исполнение. Так, шнурки единственное немножко по-другому как-то ощущаются, более серьезные. Ага, мех точно так же по всей длине. Такая мягкая кожа прям. Ну да, натуральная по всей видимости.
Шнурки мне напоминают, кстати, шнурки от ботинок спортивных из Декатлона. Они вот очень прочные, износостойкие такие. Мне кажется, достаточно долговечные, наподобие тех. Такая же подошва, как и у предыдущей модели, абсолютно один в один. Жаль, конечно, что здесь нет настоящей прошивки, как я это люблю. Кажется, для дорогой обуви, да, вот порядка 7000 стоит вот данная пара. Я думаю, это было бы вообще шикарно. Ботинки очень красивые. Но опять-таки тот же самый вопрос, да? Готов ли я выложить 7000 за такую пару? Как на ваш взгляд, стоит ли такая обувь с одной из лучших испанских обувных фабрик 7000 рублей? Что вы считаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. В принципе, наверное, на этом можно заканчивать. Впечатление у меня абсолютно положительное от этой обуви. Своим бы детям я такую взял с удовольствием. Вот, единственное, в конце видео могу только сказать, что с магазином, предоставившим мне данную обувь на обзор, когда я в них брал эту обувь, я договорился о том, что так как я являюсь YouTube-блогером и могу об их продукции рассказать подписчикам, мне предложили для моих подписчиков эксклюзивную 10% скидку. Вот, вся информация по этой скидке, кодовое слово и координаты магазина. Все смотрите в описании видео. В магазине большой ассортимент на самом деле обуви. Есть и демисезонная, и зимняя, и летняя, и для школы, и для сада, и для любых других случаев жизни. Только качественная европейская обувь от лучших европейских фабрик. Я однозначно этой обуви ставлю лайк. Мои наилучшие рекомендации. На этом я, пожалуй, буду сворачиваться. Вас я хочу поблагодарить за просмотр этого видео до конца. На этот раз спонсорами видео являются не международные интернет-площадки, а данный магазин, который я благодарю за то, что они предоставили мне образцы на обзор. Всем подписчикам, а также их детям желаю теплых ног этой зимой. Всем удачи, пока!